Всем привет, друзья! Всем привет! Снимаю своих малышей на второй день. Нам двое суток сегодня. Все мы кушаем хорошо. Кушают, бегают. Аппетит хороший. Кушайте, кушайте. Яичком кормлю. Надо ехать, конечно, и купить стартовый комбикорм. Эй, ты куда вылез? Ну-ка быстренько. В свои ясельки залази. Ну-ка быстренько в свои ясельки. Водичку я им сделала здесь. С сахаром пропаиваю. С глюкозкой первые 3 дня. Ну, а потом на обычную воду посажу. Вот он, видите, сел, он не ест. Он сел, ему бы только спать и спать, потому что он слабенький. Ну, вот, наверное, с него толку не будет. Наверное, он у меня погибнет. Видите, они его просто-напросто затопчат, как малыша. Они будут подрастать, а этот такой же будет и оставаться. И в итоге, наверное, он погибнет. Жалко, конечно. Но природа так выживает сильнейший. Вот они что творят. Вот они что творят. Вот они, желтые комочки. Пушистые такие комочки, маленькие. Вот они, вот они, вот они. Запрыгивайте. Яйцо, конечно, не из дешевых, дорогое, 1000 рублей за десяток. Ой, да, 1000 рублей за десяток, я вам говорила уже. Но мне кажется, оно того стоит. Если живого утенка покупать, вот такого суточного, там двое суток или трое суток они продают, то 180 рублей выходит. Ну, и так хорошо, и так хорошо, и электричество гоняет. Все, поели. Еще вам подсыпать, да? Сейчас подсыплю еще яичечко вам. Надо ехать за стартовым комбикормом. Вай, вы что тут уже натворили мне? А? Кто накакал? Фу, кто накакал? Чудные, да чего? В общем, вот этот вот, вот этого мне жалко, утеночка. Вот этого такого малепусечку жалко. Не ест он, не ест. Остальные все кушают хорошо. Нате, вам еще подсыплю. Яичечко. Кушайте, наедайтесь. Я их кормлю где-то через 3 часа. 3 часа покормила, прошло, опять покормила, опять посадила. Опять посадила в теплый ящик. Ну, в общем, такие вот у меня, такой выводок получился. Ну, как есть, так и есть, слава богу. Может, легче купить, чем самим выводить. Не надо вот это бегать, проветривать, смотреть за температурой, за влажностью. Конечно, надо дома сидеть и смотреть, глаз да глаз нужен. А это пошел, купил 180 рублей за утенка, и никаких проблем. Но это если есть только свое инкубационное яйцо хорошее. У меня его пока нет. Все, всем пока-пока!